Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены. Масленок рыжий имеет средней величины плодовое тело и шляпку с красновато-рыжой клейкой поверхностью. На грибной ножке наблюдается остаток пленчатого покрывала или мелкие бородавочки. Излюбленным местом произрастания является почва под лиственницей, с которой гриб образует грибницу. В начале лета первый слой маслят появляется в молодых сосновых и еловых посадках. Пора похода за рыжими маслятами совпадает со временем цветения сосны. Второй слой маслят появляется в середине июля, во время цветения липы. Третий слой масленка рыжего собирается с начала августа и до наступления первых сильных заморозков. Произрастает большими группами, чем представляет удобство грибникам при собирании. Гриб считается съедобным, обладающим пищевой ценностью второй категории. Среди съедобных грибов он занимает первое место среди грибов, растущих в смешанном лесу. Масленок варится и маринуется очищенным от кожицы,